И доброго времени суток, вы на просторах развлекательного игрового канала Ichi Games Tube. Меня зовут Антон, или же просто Ichi, и сегодня мы в очередной раз продолжаем наше путешествие по просторам игры Valiant Hearts The Great War. И что же, сейчас мы играем за Эмиля, и насколько я понимаю, нужно оказать огневую поддержку Фредди. Поскольку их позиции бомбят сейчас во всю Ивановскую, как говорится. Ну что ж, двинемся сюда. Игра чуть-чуть подлагивает. Ну, ничего страшного, бывает. Так. Колесо. Окей. Надо будет достать как-то его сверху. Здесь у нас что? Открыть не можем. Ладно. Так, вот она, эта пушка. Телефон. Ну да, я понимаю, нужно, короче, обстрелять. Это я понял. Так, починить нужно. Угу. Колесо, значит, то как раз нам надо. Ладно, допустим. Хорошо. Дальше что у нас? Так, тоже надо починить, блин. Рычаг. Хап. Понятно. Так, ладно. Тут что? Ага, снаряды. Снаряды, логично, нужно будет зарядить. Так, отпустим, ничего страшного там не будет. Так, здесь что-то есть. Песик нам даже подсказывает. Так. Раскопаем. Ага. Так, аккуратно. Чтоб не подорваться. Что тут у нас? Ключи. От того шкафчика, видимо. Так. Ну, здесь, я думаю, лучше не трогать. Даже если там есть какая-то нычка, в чем я лично сомневаюсь, в любом случае там проблемно будет достать. Так, ключи. У нас есть. Эту штуку не протащить, рельс нету. Ладно. Допустим. Пойдем дальше тогда. Открыть. Ага. Шестерня, вот. Нет, сюда не подходит. Ладно. Тогда сюда поднимемся. Но она ж не достает, да? Снаряды надо. Ладно. Пойдем дальше тогда разбираться. С этой стороны что у нас? Нужно достать сверху. Вот. Колесико. Здрасте. Пушка. Ну, я понимаю, пушка, все дела. Ага, гранаты. Так, песик, достань-ка мне гранату. Да нет, пока без подсказок справляюсь. Вроде бы. Так. Граната есть. Допустим. Попробовать сбить теперь надо, значит, колесо. На-на. Ой-ё. Ладно, не так. С этой стороны не получается. Ничего. Давай. Давай, собачка. Кстати, ребят, я не помню, просил или нет, но... давайте-ка попробуем выбрать имечко. Напишите в комментариях, какую кличку дать собаке, а то мы ее все собака, песик, песик, собака. Как бы сами поймайте, это не камильфо. За столько-то серий мы уже с этим песиком сдружились. И вот напишите в комментариях, какую бы вы кличку дали собачке. Ну и я посмотрю, и что мне понравится больше всего, то я, в общем-то, и выберу. И так мы в дальнейшем будем этого друга нашего называть.
Правда, сразу говорю, что это будет только через несколько уже серий, ровно по той причине, что я сейчас опять-таки записываю наперед парочку серий. Вот, и, ну, надеюсь на то, что, по крайней мере, к моменту, когда выложу последнюю из тех серий, что сегодня записываю, игра не закончится, то мало ли вдруг такой сюрприз неожиданно приключится. Так. Хорошо. Оп. Ага. Тык. Снаряд положили. Ладно, ладно, так, поднимаемся теперь. Поднимаемся. Может, даже сейчас уже что и выйдет. Тык. Зарядили. Куда палить? Куда палить? Так, что-то говорили там нам про... мельницу. И деревья, да? Мельница и деревья. Во, вижу деревья. Так. Нет. Мельница. Между мельницей и деревьями. А, вон вижу мельницу. Мельница. Три дерева. Чувствую себя идиотом, честно говоря. Мельница. Так, вот мельница. Больше я мельниц не вижу. Ладно. Туда? Куда-то? Нет. Не, ну тут просто дом. Так, ищем, короче. Мельницу. Ну да, реально, мельницу я одну только видел. Так. Мельница. Правее от мельницы. И выше, чем деревья. Вот. Право от мельницы. Во! Точно! Наконец-то, по пушкам. Английская поддержка Эмиля позволила полку Фредди без потерь пробраться в тыл. Во. Отлично сработано, дружище. Командование узнало о боевых подвигах друзей, ага, и решило наградить их за проявленную храбрость. От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправился, ну хорошо, и уже мог ходить. Это хорошо. Тем временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Да, а это плохо. 70 тысяч убитых за месяц. Почти ежеминутно. По одному французу и немцу. Это продолжалось почти 10 месяцев. Да. Да. 8 мая 1916 года. Отряду Эмиля поручили захватить форт Дуамон. Ключевой пункт германской обороны. Форт Дуамон. Пойдем оттуда. Да, вот так вот. Ясно. Дуамон, Франция. 8 мая 1916 года. Ну чё, почитаем? Наверняка ж есть, да, есть что почитать.
Форт Дуамон. Дуамон стал одним из символов Верденской битвы. Каждая из сторон использовала его в пропагандистских целях. Германцы захватили форт в феврале 1916 года, а в октябре союзные войска сумели его отбить, хотя и ценой больших потерь. Перед этим форт был поврежден сильным взрывом, который уничтожил 800 находившихся внутри немецких солдат. Правда, взрыв этот же был устроен каким-то самоотверженным героем. Причиной стала обычная печка, оставленная без присмотра. В ходе возникшего пожара огонь добрался до запасов горючего и боеприпасов. Огнеметы. Ой, это страшнейшее оружие на самом деле. Первыми огнеметы использовали в бою германские войска. Это произошло в июле 1915 года, во время атаки на ранее занимаемые немцами позиции. Союзные силы были готовы к нападению, но понесли большие потери. Вражеские огнеметы стали для них неожиданностью. Психологический эффект от использования этого оружия поначалу был велик, однако со временем британские солдаты научились бороться с медленно передвигающимися огнеметчиками. Сами англичане огнеметы не использовали. В 1916 году русскими конструкторами был изобретен фугасный огнемет, значительно превосходивший зарубежные аналоги. Ага, ну и давайте посмотрим, что еще по дневникам. Может быть, наши персонажи записи новые сделали, наши герои, да? Есть такое дело, есть. 21 февраля 1916 года. Этим утром на наш сектор обрушился настоящий град из снарядов. Фредди был на передовой и лишь чудом спасся. Чтобы выручить его, мне пришлось попробовать себя в роли артиллериста. В итоге я получил медаль, хотя с гораздо большей радостью принял бы и в награду отпуск. Надеюсь, что с Карлом все в порядке. Новое письмо от Мари меня немного утешило. 21 февраля того же года. Сегодня Эмиль снова спас мою шкуру. Снаряды сыпались с неба, как град. Пора написать братишке, он сильно за меня переживает. Ну еще бы. Еще бы, Фредди. Ему б не переживать-то за тебя. Вот, ну что же, друзья, на этом на самом деле я закончу данную серию. Думаю, вполне нормально. Я, честно говоря, времени не засекал, сколько она шла. Но мы логично прошли небольшой отрезок игровой, закончили его, почитали информацию, так что следующую серию начнем уже конкретно с геймплея. Ну и что же, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии, подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, и также рекомендовать канал, равный как и видео, своим друзьям и знакомым. С вами был Антон, или же просто Ичи, вы были на просторах развлекательного игрового канала Ичи Геймстуб. И всех вам благ, удачи, пока!